Иван, 28 лет, занимаюсь в направлении автотематики в целом, это автосвет. По поводу покатушек, наверное, это чисто навязали мне мои коллеги, потому что изначально я к этому всему относился так себе, скептически, наверное, на 1-2 раза край. Но оказалось, что это уже затянулось на год. То есть, как бы, даже очень неплохо и красиво. Катаешься по лесу, по грудь примерно в грязи. Очень даже неплохо. Нравится, по-другому не скажешь. Много на чем получилось покататься. И эндурики. Но не хочется сломанными ногами кататься. В общем, все-таки 4 колеса как-то поинтереснее будут. Поглубже можно в грязь залезть и поувереннее себя все-таки чувствуешь как-то в дороге. Катаемся мы в основном только с коллегами. Какие-то есть приходящие, уходящие люди, но это чисто свои люди. Другому не скажешь. Ну, в соревнованиях, наверное, я не хотел бы поучаствовать, потому что есть ограничения какие-то. В лесу, в обычной покатушке их нет. Ты сам решаешь уже, что тебе нужно, куда ехать. Есть, конечно, проблемы с экипировкой. Да, цена у нее ай-яй. Наверное, все-таки оно того стоит, потому что не хочется в минус 20 или минус 10 залезть в воду, а потом себя сушить. Был такой опыт, на самом деле. С такими проблемами, на самом деле, можно бороться только с одним способом. Это Нордман. Других вариантов, наверное, и нет. Вейдерсы себя показали очень прям хорошо. Ты выходишь реально из воды сухим. Зима, конечно, покажет, как они себя ведут в мороз, но я думаю, что с термобельем будет прям очень круто.